Президентский люкс. Отчаянная милашка в поиске состоятельного человека ради спасения брата. В последнее время брат тяжело болен, поэтому нам срочно нужны деньги на его спасение. Наконец-то. Охренеть! Ничего себе попадание! Прямо секс ходячий! Отлично! А номер-то хороший! Ну конечно, он же богач! Я могу неплохо обобрать его! Вижу, он не тот, за кого себя выдает. В итоге он извращугой окажется. А я тут вершу справедливость. Отбираю добро у богатых и помогаю бедным. Говорят, у Лоли есть три хороших качества. Красивое тело, изящная талия и гибкость. Познакомимся поближе. Цао Сяомань, Цао Сяомань. Вот так актер. Сегодня уступлю тебе, богатей. Охренеть! Эй, а где же целомудрие? Это для оплаты лечения Сяо Баня. Я тут усердно тружусь. Смотри-ка на свой костюмчик. Должно быть, ты успешный. Ты не можешь позволить, чтобы подобную фотографию опубликовали. Разразится скандал. С ракурсом не ошиблась. Что ты хочешь? Всего-то немного деньжат. А ты в самом деле тот еще добряк. Нет уж. Думаешь шантажировать меня? Ты... Вот так поворот. Выходит, ты транс. Скажи, не сдать тебя полиция за мошенничество? Или сделать пост о твоем трансвестизме? Или сделать пост, чтобы о тебе все узнали? Брат, прости, я за стариками и детьми присматриваю. А еще нужно заботиться о тяжелобольном старшем брате. Я совсем в тупике. Слово даю, такое больше не повторится. Я бы мог тебя простить. Вот только... Что только? Расскажи! Ты должен помочь мне закончить одну игру. Сыграть в игру? Вот так просто меня отпустят? Вот же ж! Что это сейчас было? Как это мой голос стал женским? Цао Сяомань, поздравляю! Твое желание исполнено. Ты стал настоящей женщиной. Ты чего несешь? Да я же мужик! Самый настоящий! Почему я не могу говорить как мужик? Нет! Какого у меня сиськи появились? Чего торгуешь человеческими органами? А ну верни мне пиписю! Зачем он мне? Меня и свой устраивает. Расскажу тебе правила. Это такая стратегия в игре. Если сможешь выиграть, сможешь вернуть себе мужское тело. Что за бредовая игра? Я тут ни при чем! Быстро измени меня обратно! Я не могу. Только ты на это способен. Полагаться на себя? И что я должен делать? Цао Сяомань, ты 18-е перерождение Цао Цао. Твои 7 верноподанных переродились вслед за тобой. Они как раз в этом городе. Тебе нужно собрать их души, следуя индикаторам на этой ловушке. Найди верноподанных, напади, когда окажешься рядом, и все. Чего? Цао Цао? Верноподанные? Ты что, сериал о путешествии во времени снимаешь, что ли? И в такой ситуации ты мне не веришь? Слишком много информации. Не могу совсем смириться. Он утверждает, что я Цао Цао. Твою же ж мать, да он усмехается надо мной. Но я и правда превратился в девчонку. Чем это можно объяснить? Я вдруг начинаю ему верить. Поскорее бы найти способ снова стать парнем.